Сборная Армении на матч с россиянами вышла хотя и с серьезным настроем, но не вполне уверенной в своих силах. О том, что Россия приехала в Ереван за 3 очками, было известно всем. И некоторая робость в действиях армян в начале встречи в этой связи оказалась лишь на руку гостям. Команде Олега Романцева удался быстрый гол. Это было уже полдела. Активные действия Юрана и Оленичева слева, дополненные точным ударом Карпина, надолго выбили сборную Армении из колеи. Большую часть первого тайма россияне доминировали на поле. И только под конец первой 45-минутки хозяева поля разыгрались не на шутку, надолго прижав российскую команду к воротам. Именно в этом отрезке матча случился памятный угловой, после которого Оленичев, как казалось, выбил мяч уже из-за линии ворот. Но судья гол не зафиксировал, и для армян это оказалось еще одним психологическим ударом. Во втором тайме Оленичев пасом вывел в армянскую штрафную Юрана, которого Березовский на выходе из ворот сбил. Участь хозяев была таким образом предрешена. Карпин четко пробил с точки, сделав дубль и окончательно раскрепостив партнеров. Осталось лишь не растерять преимущество. Но в конце матча наши даже перевыполнили план. Титов и Карпин организовали гол без частных, подведя итог встречи 0-3. Россияне сделали то, что должны были сделать, обыграв весьма старательного, но менее классного соперника.